Тюрьма в космосе – не лучшее место для официальных визитов. Всего одна ошибка. У него пистолет. И дочь президента окажется запертой в логове убийц. Никто не спрятался? Я же все равно найду. И насильников. У меня тут на борту 1500 заключенных, которым не терпится поиграть с этой девочкой. Ее единственный шанс на спасение – Гай Пирс. Фильм Люка Бессона. Напролом. 100% кино. Во вторник в 20:00 на РЕН-ТВ.